Сегодня весенний день, 1 марта. Началась весна, и мы очень рады, что сегодня такой замечательный праздник, День Благодарности. Я очень счастлива, что живу в Казахстане, что моя страна – это многонациональная страна. Я думаю, что ни в одной стране бывшего Советского Союза нету такого большого количества разных национальностей. И благодаря этому, я думаю, мы живем, процветаем. Мне хочется в этот день поздравить всех и сказать большое спасибо, что все живут в дружбе, в сотрудничестве, что у нас такая земля, такие просторы, есть и горы, и леса, и моря, озера. То есть мы можем никуда не ездить, у нас все в нашей стране. Я благодарна и стране, и народу, и нашему руководству за то, что мы живем в замечательной стране. С праздником вас, дорогие коллеги, дорогие трудящие!